Находиться в стартовых воротах на разделке — это всегда особенное ощущение. Чувствуешь себя как тот бык, которого выпускают из клетки, готов вырваться и все разнести. Помню, как 10 лет назад смотрел первые старты на этих байках. Было здорово наблюдать, как развивается этот проект. Мы сейчас в Кальпо, Испании, и собираем самые первые образцы новых байков Shift TT для раздельного старта. Завтра на них уже будут катать. Будет круто. Аэродинамика — это ключевой фактор в гонке с раздельным стартом. Чем меньше ваше сопротивление воздушному потоку, тем быстрее вы едете. Очень важно, чтобы байк был для тебя удобным, но с другой стороны, он при этом должен быть настолько аэродинамичным, насколько возможно. Так что да, я бы сказал, аэродинамика — это самый важный момент для гонок с раздельным стартом после мощности. Байк просто фантастический. Я уже говорил, когда вы едете в гору, он ощущается как обычный шоссейник. Управляется он просто великолепно, намного легче. Вы прям чувствуете, что он значительно более юркий. А на разгоне возникает ощущение, что каждое нажатие на педаль передается прямиком на дорогу. Весьма впечатлен. Он все поменяет.